С момента обретения независимости одной из актуальных тем стала проблема снижения количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу по всей стране. В этой связи с этим в экологическом кодексе административные штрафы увеличились в 10 раз. С начала года в Акмолинской области изучена работа 21 предприятия. Из них 9 нарушают экологические нормы. В сфере экологии приоритетным является вопрос снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. С начала года количество нарушений по данному направлению увеличилось. Специалисты областного департамента экологии отмечают, что держат на контроле состояние окружающей среды. Лаборатория наша ежегодно укрепляется. Наша работа строится с выездами на предприятия предупреждения в порядке профконтроля, а также по заявлениям и жалобам местных жителей, юридических и физических лиц. Наша лаборатория оснащена приборами, имеет аттестат аккредитации в соответствии международного стандарта. На сегодняшний день в областной лаборатории насчитывается около 100 видов современного оборудования. По словам специалистов Департамента экологии, за годы независимости материально-техническое состояние лаборатории значительно улучшилось. Исследования в области лаборатории состоят из 33 компаний по водным источникам, 28 по канализационным водам, 4 по загрязнению почв, 3 по определению радиационной опасности, 6 компаний по анализу автотранспорта. На сегодняшний день специалисты работают в тесном контакте с предприятиями. Они получают лабораторные испытания и трудятся над снижением количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Александра Гауэр, Тумсундык Наурозбаева, Марат Ахмеджанов, Алмаз Адвокасов, Кокши Акпарат.